24 ноября в деревне Байгужа Ишимбайского района состоялось открытие первых соревнований по скалолазанию. В них приняли участие ребята из разных городов, в том числе Ишимбай, Салават и Оренбург. Фестиваль города Ишимбая проводится впервые, как и вообще соревнования, на недавно построенном скалодроме. То есть мы постепенно набираем желающих, набираем обороты, так можно сказать. И ждем всех желающих, тех, кому интересно, тех, кого заинтересовал. Это вид спорта такой, что как бы заложено в каждом стремление вверх. Занимаюсь скалолазанием 3 года уже, вот скоро будет. Привлек этот вид спорта очень просто. Совмещены все просто функции тела, работают, развивается тело полностью. Гимнастика, пластика, иногда даже танцуем на скалодроме. Очень интересно, компания хорошая. Интереснее вот все-таки добраться там, взять этот зацеп там, чтобы пролезть трассу. Это очень трудный, конечно, спорт, но все равно нужно как-то преодолевать и все-таки достигать своей цели. Вопреки всеобщему мнению, не стоит бояться скалолазания. Этот вид физической активности вполне безопасен и доступен каждому. Анна Белянина, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Ишимбайский район.